В этом году почетный работник образования Республики Казахстан, директор школы-интерната номер 4 для слабослышащих детей Мурат Шакабаев отмечает юбилейную дату 50 лет педагогической деятельности. Поздравить отличника посвящения пришли заместитель акима города Айдар Садырбаев, руководители сферы образования и коллеги. «Гореть самим, зажечь других» – эти слова стали девизом для коллектива школы-интернат номер 4 для слабослышащих детей, который уже 25 лет возглавляет Шакабаев Мурат Нургалиевич. В стенах учебного заведения состоялось торжественное собрание в честь 50-летия его педагогической деятельности. 40 из них Мурат Нургалиевич провел на руководящей должности. Поздравить с юбилейной датой педагога пришли заместитель руководителя управления образования Кажмукан Успангалиев, который вручил благодарственное письмо от имени заместителя акима области Асем Нусуповой. Мероприятие также посетил заместитель акима города Айдар Садырбаев. В первую очередь позвольте поздравить вас от имени акима города Ермака Бедахметовича. Сегодня мы все стали свидетелями вашего труда. Вы достигли больших высот в педагогической деятельности благодаря упорству и профессионализму. Мурат Нургалиевич Шакабаев родился в селе Дюсекеново, бывшего Жаносемейского района, в многодетной семье учителя. Окончил Омский педагогический институт физкультуры и Семипалатинский педагогический институт. Свой трудовой путь он начал с работы старшего пионервожатого. В разные годы работал учителем физкультуры, завучем, затем директором школ в нескольких селах. Всю свою жизнь он посвятил воспитанию и образованию детей. Также он смог стать отличным руководителем, отмечают его коллеги. Девиз нашего директора – ребенок всегда прав, а в отношении коллектива у него свое кредо. Кто хочет работать, тот ищет способы, кто не хочет работать, тот ищет причины. Я многие годы не устаю удивляться его жизненному оптимизму, творческой инициативе, человеколюбию. Своим примером он ведет коллектив вперед. На протяжении многих лет занимает лидирующие места во всех направлениях, поэтому мне, как молодому директору, он является ориентиром, показателем того, как можно и как нужно работать с коллективом, чтобы всегда царило взаимопонимание, как нужно работать с детьми, как нужно работать с коллегами, с родителями. Я думаю, если мы будем так работать, у нас тоже все получится, как у него. В ходе мероприятия с юбилейной датой Мурата Шакабаева поздравили его ученики, выпускники разных лет и волейбольная женская команда, которую он сам тренировал. Они выразили свою благодарность и пожелали здоровья и долголетия своему учителю, который теперь готовится отправиться на заслуженный отдых. Бахытгуль Казез, Ельжан Макзумов, телеканал «Семей».